двухкомнатная квартира, аренда в центре города, Крещатик. Угол Прорезная, второй дом от Крещатика. Метро через дорогу, Крещатик, до Майдана 5 минут. В квартире вот есть холодильник большой, электрочайник, микроволновая печь. Вот такая вот плита, духовой шкаф. Имеется набор посуды. Вот. Есть еще сковородка и кастрюлька. Даже. Вот так вот. Также в квартире есть постель, два комплекта постели. Вот такая вот кухня, свободная, где-то 8, а то и 9 метров. И выходим в коридор с правой стороны. Двери в зал и в гостиную. Здесь санузел, бойлер. Вода горячая всегда будет. Квартира просторная, свободная. Ванная комната, стиральная машина. Здесь подсветочка, душевая кабина. Здесь еще есть полотенцесушитель, электрический, регулируется. А вот и выходим. Вот мы подошли ко входу. На входе видим трубку, это домофон. Шкаф, где можно повесить одежду, разбудится банкетка. Ну, естественно, есть зеркало с тумбочкой и вход в спальню. Вот такая красивая большая кровать, кондиционер, две прикроватные тумбочки, вот и справа. И слева розетки над тумбочками, что очень удобно. Комод. И такой вот шкаф. Вот. Комната светлая. В комнате два окна. И выход на балкон. Здесь очень большой балкон. И покажу вид. Балкон вот такой вот. Большой, два окна. Все застеклено. Вот, значит, вид здесь во дворе памятник Паниковскому. Вот он. А вот. Из-за того, что балкон застеклен, большие окна, очень тихо, шума вообще не слышно. Вот такой вот вход в зал. В зале уголок. Уголок также раскладывается. Ну, если гости приезжают. Подсветочка вот по всему периметру. Кондиционер. Смарт-ТВ. Вот. Комната большая, просторная. Практически 19 квадратных метров. Здесь выход окон в зал. Квартира очень тихая и теплая. Вот. Приглашаем вас всех к нам на проживание. Приходите, смотрите и снимайте.